Здравствуйте, на обзоре новостной ноутбук Lenovo. Работает он от батареи. Там в конце проверим. Клавиатура полностью работает. Давайте проверим микрофон. Разрешаем. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Звук работает, микрофон хорошо. В интернете ноутбук не тупит. Вкладки открывает быстро. Звук работает хорошо, битых пикселей как видим нету. Допустим, откроем, там Яндекс, там как пишем отправить, он сразу находит, он главную страницу скрывает быстро странички. Давайте теперь пойдем в системные требования. 119 гигов возможно SSD стоит. Получается у нас i3 2350M 2.30 4 гигабайт оперативочка. Видеоадаптер Graphics 3000. Зарядка идет в комплекте. Ну, проверяем теперь, работает ли он на зарядке или нет. Заряд держит. Сколько он подзарядил у нас? Ну, 1%. Заряжает медленно, может вообще не заряжать. Но суть в том, что как бы, в данный момент он без зарядки держит. По корпусу он тоже в хорошем состоянии. Ноутбук. Пломба не вскрывалась. Спасибо за просмотр. Приятной покупки.